Вы смотрите отзыв об отеле Archibald City. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Фипс, который был в нем в 2011 году. Идея поездки возникла спонтанно сразу после Нового года. Сестра предложила прокатиться в дешевый сезон в Европу. Смотрели разные варианты, затем остановились на Чехии. Однако сестра не смогла поехать. Пришлось ждать готовности загранпаспортов на ребенка и на жену. В результате попали на экспресс-визирование, так как даты не могли переносить. Когда виза была получена, сказали, что билетов нормальных нет. Я уже думал, не поедем, но жена и сын в один голос начали убеждать: поедем, как бы там ни было, мы в тебя верим. В результате SkyExpress в 8:30 утра из Внуково. Экскурсионку не стали брать, поскольку был уже печальный опыт неудачной поездки большой толпой за дешево, и был положительный опыт с Петербурга, где все сами себе организовали и всем все понравилось. Отель сначала хотел брать и рис, но меня предупредили, что в Праге пробки, и, глянув на карту, понял, что ни кафе, ни ресторанов в округе нет. Обычный спальный район. Начали предлагать Ольшанку. По сути, это было меня отшило на мыло. В результате был выбран именно Archibald City, как удачно расположенный для осмотра Праги и поездки в Дрезден. От Вены я в этот раз отказался, так как нужно планировать с ночевкой в Словакии, а это уже вообще получится Прага на бумаге. В результате план поездки был таков. Один день. Прилет и размещение в Праге, обмен валютой и поход по ресторанам. Второй день. Пражский град, Градчина, Карлов мост и далее по путеводителю. Покупка билетов в Дрезден. Третий день. Прага, Дечин, Дрезден, Дечин. Четвертый день. Дечин, Дрезден, Мейсен, Прага. Пятый день. Пражский зоопарк. Шестой день. Чешский Крумлов. Седьмой день. Шопинг и прощание с Прагой. Восьмой день. Вылет домой. План был исполнен на 80%. Не сложилось с билетами в ЧК, наверное, к счастью, поскольку очень отвратное впечатление от автоперевозчика. Заменено на Карловы Вары. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.